Nokia E50-2. Замена микрофона. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia E50-2». Микрофон извлекается пинцетом из задней панели телефона без особых проблем. Причины выхода из строя микрофона, частично или полностью, как правило, стандартны – попадание влаги или засоры. Новый микрофон аккуратно вставляется на место старого. Микрофон заменен.